Дорогие друзья, подписывайтесь на наши каналы на YouTube, ВКонтакте и Телеграме. Фото и видео с рыбалок, фото и видео интересных мушек, статьи о нахлосте, новости нахлоста и многое другое смотрите на наших каналах. Ссылки на наши каналы смотрите в описании к видео. Не видно низги. Ну что, снег идет, а мы скирдуем. Такую вот красоту. Мы едем на рыбалку. Зима. Куда мы едем? Не знаю. Говорят, там африканская рыба клюет. Елочки, смотри, какие. Африканская рыба в елочках. Парадокс. Но говорят, оно есть. Посмотрим. Поэтому едем на новогоднее чудо рассчитываем. Да, сказочка. Сказочка. Ну, кто-то сидит. Она. Она милая. Что-то она как-то вяленько сопротивляется. Говорили, рыба-то убойная. Но тем не менее, это она. Ух ты, ё-моё. Я недооценил ее. Недооценил. Это она, наверное, не поняла, что я ее поймал. Она. Crazy ass. Темненький. Красавица. Черенький crazy ass. Динь-динь-динь. Ну что, с почином, друзья мои. Какая красоточка. Колюченькая. Ладно, выключаем. Нимфовая удочка работает. Вот, зацепов тут, конечно, за хлам много. Несколько мух я уже потерял. Вот. Но, тем не менее, одну я спамал. Мушечка сработала crazy ass. Черная, ну, с оранжево-черным телом. И черный кролик. В жабо. Как раз у нас вот новый шнурочек. На испытание, так сказать. От кого салмон. Отлично летает. Сейчас тут ветер крутит непонятный. Такими как бы заворотами то туда, то сюда. И он две тяжелые нимфочки таскает. И с пейзабросом, и оверхедом. Отлично. При этом достаточно мягенькая у него презентация. Голова 9,6 метра. Ой, 9 метров. Вот. Такая увесистая жопка. И деликатный при этом кончик. То есть грузоподъемность сохраняется, но при этом можно деликатно подать. Ну, какую-нибудь, например, сухую мушечку. Или мокрую мушечку. Нифочку аккуратно. Вот. Шнур двухцветный. Зелененький, голова белая. Хорошо управляется. И в воздухе, и на воде. Виден хорошо.
продолжаем нашу рыбалочку. Скользко, мороз, ветер, снег хлещет, но рыбалка идет. Мы уже все попадали по паре раз. Малооттепель, сейчас подморозит. В общем, неизвестно, там что будет дальше. Мы ковыркаемся, чувствуем, мы нормально. Ну, главное, чтобы рыба клевала. О! Вадимка тащит телепушечку. Нет, теляпия. Теляпия, теляпия. Хорошая. Красавчик. Орыбились. Алексей нам предоставляет, так сказать, нужна беленькую. Да? Да. Это этот шалун твой? Нет, чуть другое. Форелевый тема. Угу. Еще одна. Шустрик. Небольшая, но приятная. Опа. Карасясик. Маленький. Маленький карасясик. Смотри, а. Не глубоко тоже взяла, да? Да, я в принципе собирался. Я заканчивал проводку, собирался перезабрасывать. А. Хорош. Щука? Или судак? Лесозан. Лесозан. Кто? Лесозан. Ну где он? Подними его, бля. Судак. Хороший судак, причем. Обычно тут мальчишка клюет. Вот. Оборвал, что ли? Нашел. Блин. Блядь, судак пошел, слышь. У меня небольшой судачок. На Crazy Ass причем. Да, на оливку и Crazy Ass. Вот, в сумерках присела одна еще. А у тебя сошла, да? Ух, шустрик. И все равно на темненькую маленькую. Ну, на трубочке. Нимфа с трубочкой, только с крейзи хвостом. Небольша, но приятная. Хе-хе-хе. Вот ночная ловля судака телепии, короче, у нас идет. Судака телепия, страшная атомная рыба. Причем берет она уже в верхних слоях. Слегка подгруженные мухи. И немножко так заглубилась, пошла. Вот Леха сел судачок. Сейчас поклевку, ударчик. И у меня судачок небольшой попался. И две телефийки. Кто-то сидит, а кто, не знаю. Теляпочка, походу. Шустрик. Да, да, плоская. Хорошенькая. Блин, не идет, зараза. Эх. Вот. Хорошая теляпушка.
Не, ну наконец-то на белый, ё-моё. На беленький. Все-таки с тренировочкой. Маленький такой. А, кстати, слышь, Леха, у меня такой же, прям как у тебя получается. Хороший. Телепузик. Пока с ребятами трещал, еще одна подсела. Не подымается что-то даже. Может, судак? Блин, что-то не идет вообще. Походу, да, такая резкая, как понос. Судак, думаешь? Судак-то хороший, значит, судачок-то. Так, надо шнур выматывать. Да, что-то прям не поднимается. О, она еще и туда пошла. Я заодно у новой катушечки тормоза проверим. Они вроде были плавненькие. В смысле? Блин, кто это? Зараза, там коряги какие-то. Ах ты, блин. Зараза. Снег идет. Все тот же белый снег. А мы едем обратно в домик, в сказку. Наловили телепии. Судачков даже поймали. В общем, довольны. Были досадные обрывы, сходы, но на жареху, грубо говоря, наловили. Все поймали. Мушечки кое-какие подобрали. И стало гораздо веселее.